гостям и зрителям моего канала огромнейший привет из Англии. С вами я, Светлана. Сегодня готовим вкусный домашний рыбный соус тарта. Тарта очень популярен в Англии. Это холодный соус, легкий, вкусный, домашний. Идеально подходит не только к рыбе и морепродуктам, но даже к жареным овощам. Вкрапление соленых огурцов и свежей зелени образуют замечательную заправку. Единого рецепта соуса тарта не существует. Каждый повар готовит эту заправку по-своему. Есть варианты на майонезе, на желтках, с добавлением чеснока, горчицы, репчатого лука и так далее. Я предлагаю вам рецепт нашей семьи. Ингредиенты, которые нам понадобятся: 125 грамм майонеза, небольшой маринованный огурец, столовая ложка лимонного сока, чайная ложка вустерского соуса, чайная ложка горчицы, 1 столовая ложка каперса, перец и зелень. Я буду добавлять немножечко свежей рубленной зелени из укропа и петрушки. В майонез добавляем каперсы, мелко-мелко нарезанные. Также поступаем с маринованным огурцом. Добавляем сюда же Worcester соус, то есть вустерский соус. Горчицу. Мелко рубленную зелень. Черный молотый перец. Сок лимона. И все это хорошо перемешиваем. Легкий, вкусный домашний соус тарта готов. Этот соус идеально подходит не только к рыбе и морепродуктам, но и даже жареным овощам. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем желаю прекрасного осеннего настроения. С вами была Светлана.